Что случилось? Чем тебе помочь, Сережа? Ну, сегодня в половине 12 утра без судебных приставов у меня начали... Мне постучала соседка, которая сказала, что выбили пробки, Сергей, посмотрите. Я не открыл дверь. После этого какой-то непонятный мужчина начал выпиливать замки. Я предупреждал их о том, что я вызываю полицию, жду своего адвоката, после этого я открою дверь. Вот, но тем не менее меня не послушали, выпилили замки и вошли в квартиру. После того, как уже были выпилены замки, появились судебные приставы. Все действия были произведены незаконно, потому что данное мероприятие производится только в присутствии судебных приставов. Я прошу мне как-нибудь помочь, ребята, потому что творится беззаконие, эта квартира ушла с торгов. Нету, к сожалению, никаких документов о торгах. Торги были фиктивные. Кто может, подъезжайте, потому что, к сожалению, без резонанса это сделать и решить эту проблему никак невозможно.